Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Сегодня мы с вами будем красить яйца в очень красивый натуральный цвет. Он получается вот такой вот желто-красный, кирпичный или горчичный. Называйте так, как вам больше нравится. Мне кажется, что он больше горчичный. И красить мы будем яйца с помощью натуральных красителей. И здесь только куркума и только паприка. Никакой химии, никаких магазинных красок здесь не будет. Этот способ подойдет тем, кто любит натуральные пастельные оттенки и натуральные красители. Потому что многие, я знаю, не хотят покупать магазинные красители, хотя я в них тоже ничего плохого не вижу. Ну, вот такие вот красивые яйца получаются. Обязательно сохраняйте рецепт. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.